В Люберцах вручили сертификаты на жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Документ из рук главы округа получили трое молодых людей. Всего в течение года вручат 32 сертификата. Сегодня мы одни из первых в Московской области выдаем 3 жилищных сертификата для молодых людей. Для того, чтобы они смогли в течение четырех месяцев подобрать такое жилье и, соответственно, улучшить свои жилищные условия. С начала года дети-сироты из Подмосковья получают жилье по новой схеме. С помощью жилищных сертификатов они могут самостоятельно выбрать себе квартиру в любом муниципалитете Московской области. В Малаховке, где жил и родился, там есть свой парк, много футбольных площадок, развлечений, свежий воздух также. Люберцы – это мой родной город, поэтому хочу жить тут, очень нравится. Спасибо большое властям за то, что они нас поддерживают. Это очень важно для нас. В округе квартиры предоставляют с ремонтом. Кухни оборудованы необходимой мебелью. Программа по обеспечению детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в регионе реализуется с 2008 года. За 15 лет в Люберцах ключи от квартир вручили 137 детям. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.